Губернаторская премия «Наше Подмосковье» присуждается за уже реализованные или реализуемые в настоящий момент социально значимые проекты, направленные на развитие Московской области. Чуть больше недели осталось до окончания приема заявок от соискателей. Впрочем, поддержать проект можно будет и после этого срока. Заявки на соискание премии губернатора «Наше Подмосковье» принимаются до 31 мая. Также и регистрация всех участников, членов инициативной группы, может быть произведена на сайте премии до 31 мая. Далее уже нельзя. Но вот присоединиться к проектам можно будет до 8 июня. Один из проектов, представленных на соискание премии губернатора «Наше Подмосковье», носит название «В гостях у сказки». Он появился благодаря взаимодействию Развилковской библиотеки и реабилитационного центра для детей-инвалидов «Вера». В этом году у нас очень такой проект, я считаю, прекрасный. Он является приоритетным в нашей работе сегодня, потому что это проект по социальной адаптации детей-инвалидов в среде нормально развивающихся детей. После того, как прием заявок будет окончен, пройдет следующий этап – интернет-голосование, затем личная презентация перед комиссией премии. Участие в защите своих проектов с прошлого года стало обязательным. Дни презентации проектов будут проводиться с 13 июня по 20 июля. Будет составлен специальный график по всем муниципалитетам Московской области. Эта работа сейчас еще не завершена, и день презентации проекта, дату презентации проекта в Ленинском районе мы узнаем с вами попозже. Заявки на соискание премии подаются через интернет-портал, и, как правило, проблем с подачей необходимых документов не возникает. Ты знаешь, о чем ты пишешь, ты знаешь, как правильно сформулировать, как правильно написать. Ты знаешь, какие у тебя фотографии самые лучшие, которые ты хочешь разместить. Есть видеоролики. То есть, если идет работа, то есть материал. И работа над сбором материала, над его оформлением для меня была несложной. Впрочем, те, кто не ориентируется в мире интернета, могут получить помощь в подаче заявки. В 102-м кабинете в администрации Ленинского муниципального района создан консультационный пункт по подаче заявок на соискание премии «Наше Подмосковье». Мы можем тем, кто не владеет интернетом, помочь и зарегистрироваться на сайте премии, и также подать, оформить заявку. Телефоны, по которым любой желающий может получить консультацию или записаться на прием к специалистам администрации Ленинского района, вы видите на экране. 8-495-548-02-83 и 8-498-547-1472. Если вы инициатор социально значимого проекта, стоит поспешить. Заявки принимаются, напомним, до 31 мая.